Господи, Михуил! Гекса. Михуил, ты понимаешь, что ты алчный пидор? Ты мало того, что хохол, так ты еще и еврейский хохол. Это пиздец. Да. Я хочу без скорости станцевать ламбаду для Витюши. Он сегодня это залетел ко мне на стримчик уже в Не. который раз. И попросил ламбаду. Ебать, не жарко в нем, это пизда. А ну ща я альтап на всех поставлю по тебе. Секунду, я Ах! Короче, всем ку, меня зовут Чаршин Богдан Орехович, и сегодня я станцую для вас ламбаду на столе. Ну, для начала, мы, как всегда, делаем прыжок. Пишет, Опа, стрела. Вот. Стрелу мы провели. Блять, ну не видно же меня, пиздец. Я такой маленький, то есть большой, вылети в окно. Ебать, шершенек умеет летать. Шершелек умеет летать. Короче, у меня есть хорошая идея. Ой, я дико извиняюсь. Сейчас. Только бедрами. Ну, конечно, бедрами, господа. Конечно, бедрами. Сейчас. Ой-ой-ой, хелп. Блять, Витюша, секундочку. Тут не видно. Сейчас Подождите, будет что прыжок для начала. Для начала мы исполним прыжок. Акробатический прыжок! Сука, костюм пиздец. Там 15 секунд сонгов. Короче, я не знаю, у меня с акробатикой трошки плохо, но я могу сделать звездочку. Попробуем осуществить звездочку. Блять, сука. Походу, что-то сломалось. Вон сидит. Ну ладно, то все хуйня, потом отремонтируем. Блять, тебе так жарко. Ой, пиздец. И ой, ты господи. Этот... Короче, господа, что ламбаду станцевать, че шо? Наши внуки будут помнить. Да, короче, это танец ламбады для Витюши. Витюша просил станцевать ему ламбаду. Все думают, что я делаю это платно. Но так как я... Блять, ну не видно же меня. Не видно. На мостик. Блять, на мостик. На мостик, блядь, я себе что-то сломаю на мостик. Короче, танец ламбады, поехали! Блядь, ну я не помню песни, короче, есть вот такой вот танец. Это типа призывание в руку. Сейчас. Ты представляешь, сколько ради тебя делается, ёбаный свет. Я тупо возьму барабан и поехали. Танец ламбады. Здравствуйте, меня зовут Чаршин Богдан Орехович, и сегодня я танцую для вас танец ламбады. Блять, что-то только не врёшь. Ой, блять, включи патимейкера. Точно, ядрить налево, в натуре. Сейчас. Блять. Сейчас я все включу. Сейчас, блять, что, убивает? Ебать! Убивают гладиутора! Блять! Ебать, я живой, красиво! Спасибо, что живой. Фу, сейчас. Ебать. Я выжил нахуй. Мостик. А, ну раз Витюша умоляет мостик, сейчас будет мостик. Патимейкер, сейчас. Ой, блядь. Какого хуя это ты? Фух. Так, вот. О! Да, я вырос в стриптиз-клубе в натуре. Здравствуйте, всемку! Меня зовут Шаршин Богдан Орехович, XAN TV. Сучка, да, сучка. Эй! Иди, костет! Дреки, ты костет! Дреки, ты костет! Дреки, ты костет! Дреки, ты костет! Мастик! Эй, сучка! Шейкер! Эй, патимейкер! Эй, патимейкер! Эй! Ой, блядь, я устал, сука! Да, дреки, костец! Как там, блядь, дальше? Я забыл слово! Ливадули! Я цидули! До свидули, до свидули! Эй, битмейкер! Эй, уличный танцер! Шейкер! Эй, патимейкер! Эй, патимейкер! Эй, шейкер! Эй,
тимбрейкер! Эй, шейка, шейка! Ху, блядь! Что? Ху! Ой, блядь! Ой, блядь! Короче, эй, диджей! Под тимбрейкер! Эй, уличный, дайте шейк! Шейк! Блядь! Не получается! О, Витюш! Не получается! И дрейч, а такой весь мокрый, это пизда. Ой, блядь. Короче, новый видос, блядь. Ебать, я устал, пизда. Вот это физкульт, привет, нахуй. Ой. Ой, все, ходя с песни, короче. Я отыграл ее, блядь. Ой, пизда. Короче, эта песня была для Витюши. С уважением, Гексоген ТВ. Ой, пизда. Ебать, Витюш, ты понимаешь, как это сложно? Ты понимаешь, как это сложно? Я полкомнаты разнес, нахуй. Тупо полкомнаты разнес. Ой. Ой ты, господи. Плечо болит, сука. Я забежал. Это хорошо. Ой. Ебать, тупо ламбада для Витюши. Витюш, тебе понравилось? А ну скажи в чате. Чтоб я видел. 50 рублей танец. Да я умру нахуй. Ой, да, братан. О! Ну если Витюша понравилось, то зови. Все, пошел за кулисы переодеваться, пизда. Да, я сейчас залью видосик. Все, чтобы все знали. Шарша Бадан Орехович танцевал ламбаду для Витюши. Ой, пизда. Я тупо старый уже. Фух. Да все понравилось, конечно. Фух. Нужно быть аккуратнее, ты псих-то пизда, я так прыгал. Ебать, ты меня взорвала песня, она такая крутая. Сколько ему вдонили? Нет. Это было не ради денег, братан. Это было не ради денег. Это было не ради денег, братишка. Это было не ради денег. Это все во благо истины. Во благо развития истины. Все, заканчиваю видео, короче, тут пиздец. Фух.